Сегодня глава региона Александр Цибульский прибыл в Нарьян-Мар рейсом из Москвы, прервав командировку. Губернатор побывал на месте трагедии, произошедшей в четверг в детском саду «Сказка», возложил цветы к стихийному мемориалу и пообщался с руководителем учреждения. Позднее в администрации региона состоялось закрытое совещание с участием представителей правоохранительных органов. По его окончании глава региона пообщался с журналистами. Я не могу разглашать детали следствия, но могу сказать, что это дело взято на личный контроль генеральным прокурором. Представителям Следственного комитета прибыли следственные бригады из Москвы, из Архангельска. Приехал начальник управления Следственного комитета. И, конечно, будем самым тщательным образом разбираться во всех деталях произошедшего. Мне кажется, что самое главное, что мы все должны понять, что вот многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкции, если бы всем не казалось, что все слишком благополучно и ничто нам не угрожает, возможно, нам удалось бы избежать этой трагедии. Потому что она бессмысленна и абсолютно непрогнозируема. И в этом смысле я, конечно, уверен, что следствие разберется во всех деталях, и все, кто действительно проявил равнодушие или халатность в своей деятельности, понесут максимальное наказание, которое возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Семье погибшего мальчика, отметил глава региона, будет оказана всевозможная помощь. В семье работают психологи. Все расходы по похоронам и по всем мероприятиям мы, конечно, берем на себя. Сейчас будем продолжать работать с семьей, выявлять, какие потребности еще нужны, и, конечно, готовы оказать всяческую поддержку, и финансовую, и нефинансовую, всю, которую мы можем этой семье. Это полностью наша ответственность, и мы в этом смысле сделаем все, что от нас зависит. То, что произошло, это, конечно, вопиющая по своей жестокости, по своей бессмысленности и по своим последствиям трагедия. Мне кажется, не найду слов, которые мог бы сейчас сказать семье, чтобы выразить свои соболезнования. Могу лишь сказать, что, конечно, мы все просим прощения у них за то, что произошло. Мы не уберегли этого ребенка. И это будет жить с нами всегда. Я вот в этом уверен.